до экономического просчета. Также хотел бы отметить, что начиналось строительство, когда действовали старые градостроительные правила, нормы. До 2005 года строительная организация имеет земельный участок, могла привлекать денежные средства инвесторов и фактически вести строительство любого объекта. Но поскольку в 2005 году вступил в действие новый градостроительный кодекс, существенно ужесточил градостроительные правила, нормы. До 2005 года строительная организация имеет земельный участок, могла привлекать денежные средства инвесторов и фактически вести строительство любого объекта. Но поскольку в 2005 году вступил в действие новый градостроительный правила, нормы, до 2005 года строительная организация имеет земельный участок, могла привлекать денежные средства.